Художники Олег Корчагин и Игорь Максименко работают независимо друг от друга, но иногда объединяются для создания совместных проектов. Первый опыт был в 1997 году, затем в 2006 и 2015, и спустя 4 года сочинские мастера кисти вновь решили провести своеобразный диалог, выраженный через цвета и формы. Конфигурация, так они назвали совместную выставку, к которой готовились 2 года. Зритель, который придет сюда, изначально прочитав это слово, он не поймет, о чем выставка. Но когда он сюда придет, он увидит двух разных художников, работающих в своей системе, ну, можно сказать, художественного мироздания. Мы даем зрителю возможность самому определиться, на что смотреть, нужно ли это в сегодняшнем мире или не нужно. Свобода восприятия цвета, линий предполагает эта выставка. Работы Игоря Максименко были написаны специально для этой выставки. Ранее их никто не видел. Олег Корчагин же собрал как новые, так и полотна, написанные еще в 90-е годы. Выставка-конфигурация будет открыта по 17 ноября. Отмечу, что есть возрастное ограничение для ее посещения. Старше 16 лет.